Опа, всем привет и добро пожаловать на канал Пивас ТВ. Сегодня мы продолжаем прохождение игры Beholder 3. Продолжаем следить за соседями. И у нас есть задание найти какого-то там барыгу, проследить за ним. Мы хотели ночью к нему в квартиру зайти, повесить камеру. Надо что-то там у него найти. Не знаю, обыск можно будет делать или нет. Давайте посмотрим. Время у нас 4 утра. Давайте. Барыга 105 часов. Так, камеру. Вы можете получить четкий обзор всех установленных камер в режиме наблюдения. Здесь вы сразу увидите все установленные камеры. Нажмите значок с символом глаза, чтобы перейти в этот режим. Вы можете выбирать отдельные комнаты, чтобы более внимательно наблюдать за жильцами. Не припомню, чтобы я вас приглашал. Так что выметайтесь. Ты просто забыл. Вот так вот, значит, короче, не стоит, да? Ладно. А давайте посмотрим, что у нас там. Досье, может, какой-нибудь заведем. Досье. Ничего там у нас нового нету. Можно как-то назад? Так вот, ага, можно. Ип. Тут у нас... Так, я не закончил, подожди. Так, там уже все проснулись. Нет. И нет. Стоит ли? Наверное, нет, да? Иногда лучше промолчать. Ладно. Так, а где там жена? Блин. Ушла. Что у нас? Почта? Зарубежные страны блокируют закупку пенициллина. По сообщению министерства, враждебные зарубежные страны блокируют закупку пенициллина отделом внутренней безопасности. Препарат требуется для лечения отдельных случаев пневмонии у населения. Так, давайте музыку, наверное, чуть-чуть прям потише сделаю. Пойдем. Так, топче. И что-то звуки прям по ушам бьют. Так, где там жена? Убежала? Ладно. Так, здорово. Фрэнк, рад снова тебя видеть. Закончить разговор. Ладно. Так, а нам нужно режим камеры, да? Этого он еще спит. Так вот с этой. Добрый день, господин Шварц. Как поживает ваша дочь Ида, госпожа Векерт? О, Ида такая умница, во всем мне помогает, хотя еще совсем маленькая. Как Альфред, ему лучше? Нет, это ужасно. У Альфреда пневмония. А в аптеке кончился пенициллин. Альфред может погибнуть. Я не знаю, что мне делать. Блин, он 1400 там, да, вроде стоит, если не ошибаюсь. Я могу помочь. Какой кошмар, господин Векерт. Возможно, я мог бы помочь. Правда, это было бы чудесно, господин Шварц. Надеюсь, ничего противозаконного.
С этим я разберусь, госпожа Вейкерт. Только я не могу гарантировать результат. Я понимаю, спасибо вам, господин Шварц, буду благодарна за любую помощь. Я сообщу вам, когда будут новости. Хотел узнать, как там Альфред. Альфреду стало еще хуже. Жаль это слышать. Вы достали то, о чем я вас просила? Боюсь, что нет. К сожалению, мне пока не удалось достать пенициллин, госпожа Вейкерт. Поспешите, молю вас. Не знаю, сколько мой бедный малыш еще продержится. Вам приходилось когда-нибудь смотреть, как ваш ребенок страдает, не имея возможности им помочь? Поверьте, хуже в жизни нет ничего. Шварц, старикан, как дела? Пошла ты. Так, что там этот? Проснулся, да? Стоп, а он уходит. Опа, вот это шанс. Надо. Да блин, давай, подумайся. Опа, давай, давай. Так, что там, надо обыскать, да? Смотрим. Военная водолазка. Кстати, а вот тут я еще хотел кое-что проверить. Это можно вот это забрать и потом продать? Можно на этом заработать? Очки. Сфоткать. Забрать. Че он там, где я? Далеко? Офицер полиции стоит. А, вон чё. Нам сообщили, что возле этой квартиры ошивается подозрительный человек, который, возможно, планирует что-то украсть. И смотрите-ка, попался с поличным. Но я управляющий. Работа у меня такая, следить за порядком в доме. Это мы посмотрим, стойте, где стоите. Мне нужно вас обыскать. А что это у нас тут? Вы же не станете делать вид, что это все ваше? Видимо, зарплата управляющего вам показалась мала. Грязный вор. Согласно закону, я конфискую все и украденные предметы. Штраф получите по почте. Надеюсь, это послужит вам уроком. В нашей стране нет места бандитам. Это да. Теперь будем знать. Штраф 700. Вот так вот. Круто, да? Может переиграть? Что-то мне так не нравится. Не знаю, где... Главное меню. Давайте заново. Оттуда, откуда начали. Вернее. Так. Я-то не знал. Ну вот, заодно и проверили. 4:20 утра. А, стопы. Зачем? Давай, когда он уйдет, мы как раз... Ну... Там застревает иногда. Что у нас тут ремонтировать не надо? Надо с женой там как раз сейчас говорить. Что ты хотел, Фрэнк? Насчет подарка на годовщину. Солнце, насчет подарка на годовщину. О, неужели достал? Ну, надеюсь, я угадал. Конечно. Конечно, достал. Как ты могла во мне сомневаться? О, и что же ты мне подаришь? Борейский виски. Я не пожалел усилий и достал бутылку настоящего борейского виски. С годовщиной, дорогая.
У меня нет слов. В хорошем смысле или в плохом. Поверить не могу, что ты вспомнил. Мы пили его вместе, когда были молоды и влюблены. И не могли себе позволить ничего лучше. Спасибо, Фрэнк, это прекрасный подарок. Я за что, Сабина. Все. Отлично. Обследовать. Побеседовать с Магнусом Херманом. Обыскать квартиру Хермана. Установить камеру в квартире Хермана. Так, это мы прочитали. А, тут еще. Сопротивление разносит слухи о пандемии. Подрывные элементы в нашем обществе принимают отвратительные попытки снизить мораль в стране. Недавно пошли слухи, что в стране свирепствует пневмония. Сопротивление даже не чурается заявлять, что образовался дефицит пенициллина. Великий вождь утверждает, все в порядке, будьте спокойны, эти заявления ложь. Пневмония бушует, пенициллина нет. В стране эпидемия, а отдел внутренней безопасности пытается это скрыть. Это уже не единичные случаи заболевания. Как заявляют в правительстве, полномасштабная пандемия. При этом министерство не закупило достаточно пенициллин для эффективного лечения больных. Властям наплевать на жизнь граждан. Поднимайся, народ. Мы уже читали. Так. А вон опять это самое. Бойлер надо чинить. С этими нам не надо разговаривать. Вроде нет. Так, а у нас вон там квартира пустая, да? Может сдать кому-то? Квартира 5. Никто не хочет у вас поселиться. Ну, не хотят, не хотят. Что ж теперь? Так, с этим мы вроде как говорили, да? Рад тебя видеть. Все отлично. Добрый день, господин Шварц. Так, ну это мы уже читали, тут надо пенициллин. Мне жаль, ты слышишь, что думает муж. Ну, давайте, мы вроде как взялись помочь, как Альфред себя чувствует. Все хуже. Так, это нам ничего там не скажет, да? Угу. Так, и вот этот должен. Все. Он вышел. Ушел. Ушел. Теперь надо аккуратно. Походу просто лишнего нельзя брать. Давай камеру повесим. Ну, хотел проверить. Режим наблюдения. Вы можете в режиме наблюдения. Здесь установлены камеры. Нажмите на значок символом глаза, чтобы перейти в этот режим. Вы можете выбирать отдельные комнаты. Так. Так, а он мусор выкидывает, да, или что? Ладно, давай посмотрим. Да не то. Да закрой.
где он? Куда он пойдет? Все, он уходит. Так. Очки сфоткать. Ой, не-не-не. Блин, да что такое? Так, он возвращается. Ладно, камеру взяли. Ладно. Сейчас будем смотреть. Блин, ну а чё, как его уничтожить-то? Он не уничтожается. 0,4 часа или чё? Наверное. Так, ладно, смотрим. Что у нас здесь? Ничего не видать. Отец что-то хотел? Ничего не хотел. Так, может тогда хотя бы какой-то архив занесем, что там очки. Вот это очки. Вот это отправить. 150. И может этих еще посмотреть. Нет, нету. Ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Ладно. Смотрим. Что-то его прям не видать. Где он есть-то? Может, тут увидим? О незаконных действиях, предметах можно сообщать в отношении любого лица. Для этого воспользуйтесь рабочим местом Фрэнка и выберите пункт «Донос». Далее заполните форму, прикрепив соответствующие доказательства. Если донос принят департамент, то человек, о котором вы сообщили, будет немедленно арестован. А в мире Фрэнка многие предметы являются незаконными. Это определяется директивами. Эти директивы имеют номер и определенные связанные с ними действия или предметы. При составлении доноса вы можете выбрать конкретную директиву, сообщить это о найденном у жителя предмете или незаконной деятельности. Так, он уходит, да? Давай, пошли, продолжим обыск. Куда он? Время 20 часов. Давай посмотрим. Блин, куда же ты? Давай обыскать. Угу. Дальше. Ой, блин, не, он подходит. Не припомню, что я вас приглашал. Так что вы метаетесь. Блин, а чё я так? Чё ты так быстро? Он скотина. Уже два раза меня поймал, да? Прибухивает.
Лекарство. Пенициллин. Где уже спать ложись? Так, у меня пока других заданий нет, да, лекарств надо найти. Сейчас надо вот с этим закончить. Времени мало остается. Давай перемотаем, что он там. Когда спать пойдет. Да ты время уже видел? Все. Спать пошел. Давай попробуем зайти. Только тихо. На корточках не умеет ходить. Так, здесь мы осмотрели, да? О. Здесь ботинки, тумбочка, картишки, так, здесь ничего. Там спит? Вроде спит. Так. Это у нас тут бутылка вкуснейшего пива. Давай сфоткаем. Мы, блин, проснулся. Понимаем, что я вас приглашаю, выметайтесь. Ладно, ладно, что-то сразу, что такого. Там опять спать. Блин, там что-то опять с женой надо было поговорить. Так. Отчет. Досье. Любители. Улики. А я нашел какие-то улики. А где? Так, с тобой вот это проверь. Донос. Это. А что это? Я что-то не понял. Улики. Я что-то находил. Новая улика. Допустим. Просто не припомню, чтобы я находил. Отправить.
форма отклонена. А почему? Проживает в квартире 2. Нарушение предписания. Что за предписание? А, вот, наверное, вот это. 60, 25, это-то-то. Не использую пенициллин, временно запрещено. 60, 25. А я у него находил? 60, 25. Вот это. А... Аресты. Вы написали заявление о человеке, приложив доказательства. Вскоре прибудет полиция, арестует человека, о котором поступило сообщение. Арестованные лица лишатся своей квартиры, и вы не сможете с ними поговорить. Ну, все. Отправить? Отправил. Новый счет. Штраф за неверное пополнение. Чего? В смысле штраф за неверное выполнение? А ну-ка. Мне можно зайти? Хрена себе. Так, ну мне туда нужно, у него там пенициллин есть. Где-то же я его находил, получается, или чё? Очки. Нет. А, я, короче... И чё, и куда он делся? Короче, всё пропало, шеф. Его выселили. Всё понятно. Позвоните Эрнсту Мюллеру. Блин, да что такое? Так, чё тут у нас? Фрэнк, я переживаю за Ким. Почему? Да, и в чем же на этот раз? А, в каком смысле на этот раз? Ну, ты вечно находишь в ней что-то, что тебя не устраивает. У тебя все иначе. Она вдруг стала такой замкнутой и вялой. Это переходный возраст. У нее, Сабин, разве не все подростки такие? Фрэнк, поверь мне, с Ким что-то не так. У меня плохое предчувствие. Боюсь, наша дочь подсела на наркотики. Хера себе. Что навело тебя на такие мысли? Ты уверена? Я читала специализированную литературу, Фрэнк. Все признаки налицо. Отстраненность, перепады настроения. Иногда она почти не реагирует на меня. Но до конца ты не уверена, так? И что же нам теперь делать? Мне нужно, чтобы ты обыскал ее комнату, Фрэнк. Если ее поймает горячим кто-то другой, и ее посадят. Ты права. Если так к этому подходить, может, ты и права. Я посмотрю, что смогу сделать. А где ее комната? Здесь? Позвонить Мюллеру. Ты заплатила?
Я собирался почилить, что тут у тебя срочное. Как тебе новый дом? Как у тебя теперь дела? Хорошо, с тех пор, как у меня появился киллер, все ништяк. Чё? Киллер? Ну, тот славный крысёнок, который ты мне подарил. Ясно, только маме не показывай. Не волнуйся, я же не сумасшедшая. И, кстати, я кое с кем подружилась. Ой, с кем же? С Ули с верхнего этажа, она клёвая. Но почему из всех соседей ты выбрала именно её? Это она научила тебя использовать такие выражения. Звучишь как тот зануда из третьей. Какой еще зануда? И что он сказал? Я не знаю, как его зовут. Сказал, что мне надо к парикмахеру. Вот буржуй. Ну, твоя прическа и правда немного диковата, Ким. Диковата, ты такой милый, Дэдди. Мать грозилась мне на лосо побрить. А женщина с двумя детьми спрятала их от меня себе за спину. Как будто думал, что я на них наброшусь. Или вещи украду. Ты же выбираешь, кому сдавать квартиру. Можешь поселить побольше девочек моего возраста. Было бы круто. Я посмотрю, что смогу сделать. Ты лучше, Дэдди. Так, ладно. Сейчас этому позвонить. Барыга, барыга, надо закончить. Алло, кто это? Это я, Шварц. А, ты-то мне и нужен. Ты нашел улики, которые мы можем использовать, чтобы посадить Хермана? Да, я уже составил отчет по Херману. Продолжай в том же духе, карты успешно выполненные задания. Кирпичик в стену между тобой и шахтами. Спасибо большое, я... Не зарывайся, Шварц. $100. Счет за воду. Блин. Кто еще там? Найти новых жильцов. Фрэнк Шварц слушает. Шварц, что там у тебя происходит? Вы о чем, господин Миллер? Полдома не заселено, так не пойдет. Ой, ну вы сами велели мне передать Магнусу Херману. Замолкни, Шварц, займись сдачей пустых квартир. Немедленно, я ясно выражаюсь. Да, господин Миллер, спасибо. Щелк. Аренда. Когда жилец съезжает, квартира остается пустой. Прежде чем в квартиру заселяется кто-то новый, в нее необходимо, ее необходимо отремонтировать за определенную сумму денег. Как только все будет отремонтировано, нажмите кнопку «Сдать», чтобы позвонить новому человеку въехать в квартиру. Так. Да блин. Что ты хотел, Фрэнк? Можешь дать мне немного денег на хозяйство? О, даже так. Можно было так? Держи, ну трать их с умом, хорошо? Конечно, Сабина. Насчет Ким, я... Фрэнк, ты обыскал ее комнату? Да, ага. Ну и нашел наркотики. Да. Ты была права. Я нашел у нее в комнате наркотики. Какой ужас. Я так и знал. Наша дочь наркоманка. Что же нам теперь делать? А если об этом люди узнают? Пока не знаю. Мне нужно подумать, это непростое решение. Так придумай что-нибудь, Фрэнк. Нельзя, чтобы подобное связывали со мной. Если из-за этого я потеряю работу, нам конец. И припугни Ким так, чтобы у нее волосы дыбом встали. Такое большое не должно такое больше не должно повторяться. Как твои дела, Сабина? Все в порядке? С учетом твоего промаха в министерстве стоит радоваться, что мы не в тюрьме. Я же говорил, я не виновен. Это был подлог. Зачем кому-то тебя подставлять? Может, я ущемил чьи-то интересы? Такое бывает. Это чьи, например? Даже не знаю, я со всеми был обходителен, а никаких конфликтов не возникало. Значит, дело не в этом.
гадать бессмысленно. Хотел бы я дать тебе вразумительный ответ, Сабина. Ох, Фрэнк, давай сменим тему. Как у тебя день прошел? Хорошо. Тут я, по крайней мере, не стою все время на линии огня, как в министерстве. Ох, Фрэнк, ну это понижение повредит всей семье. Мне больно видеть тебя в роли управдома. Управдома, подумать только. Тут уже ничего не попишешь. Зато ты по-прежнему пионер, вожатый, и дети у нас хорошие. Как у тебя отношения с коллегами на работе? Мои коллеги трещат, как сороки, так и ждут наши следующие ошибки. Я еще хотел спросить. Как успехи Александра? В старой школе у него всегда были хорошие оценки. Алекс еще не привык к новой школе. Ему нужна отцовская поддержка. Мы справимся. Солнце, мы все во все. Мы со всем разберемся, обещаю. Пообещай мне, что все снова наладится, Фрэнк. Нашей семье так не хватает хороших новостей. Обещаю. Все наладится, Солнце. Спасибо, Фрэнк. Приятно слышать, что не я одна думаю о будущем этой семьи. Так. Сколько время? Где она есть-то? Я-то собиралась почилить. У тебя что-то срочно? Наркотики. Скажи мне правду. Дэдди, я не наркоманка. Хотя бы мне могла бы не врать. Я нашел в твоих вещах наркотики. Твои оправдания. Что, серьезно, ты рылся в моих вещах? Поверить не могу. Даже за стенами родного дома не скрыться. Доносчиков. И что? Используешь меня, чтобы подлизаться к великому вождю? Может, если сдашь меня, тебе даже старую работу вернут? Подумай хоть раз о своей семье, Ким. Да, не буду я о ней думать. Я эту фразу уже слышать не могу. Обо мне тут никто не думает. Вы все только притворяетесь настоящей семьей. А я вижу только неудачника, крысу от системы и будущего лузера. Так что оставьте меня в покое. Так. А что у меня по деньгам? 400 на пенициллин хватит. Пенициллин где-то есть-то. Вот это пенициллин есть. $81. А, найти новых жильцов еще надо. Новых жильцов искать. Так, где у нас? Вот здесь, да? Отремонтировать. А как вот эти деньги использовать? Можно их? Нельзя. А как переместить? Штраф за незаконное проникновение. А, все-таки, если они палят, 160, да? Счет за воду. Блин. Охренеть. У меня столько нету. Так, вот это вот сейчас надо починить. Соточка, да? Вот это вот. Еще соточка. И мусор. Еще соточка. Отлично. Выбросить. Вот, уже 328. Значит, можем два счета оплатить. Два счета. Давай воду. Самое дорогое. Эти. Ну, эти попозже тогда. Не знаю, там, может, конечно, деньги вернет. Пошли посмотрим.
Альфреду стало еще хуже. Жаль это слышать. А вы достали то, о чем я вас спросила? Да, пенициллин у меня. Не волнуйтесь, господин Веккер, я достал целый пузырек пенициллина для вашего сына. О, господин Шварц, как это чудесно. Не будь я замужем, я бы вас расцеловала. Сколько вам должна? Забирайте, так не прокачет. 1400. Ну, в итоге вышло довольно дорого. Я хотел бы получить стоимость лекарства. Само собой. И небольшую доплату за риск, на который мне пришлось пойти. О, да, я понимаю. Сколько вы оцените этот риск? Я бы хотел получить 1400. Ух, гораздо дороже, чем я думала. Ну, куда деваться? Все равно спасибо. Огромное вам спасибо. Я никогда не забуду вашей доброты. Побегу скорее к Альфреду. Фух, так, ну что, надо тогда счета отплачивать. Давайте сразу. Вот это вот. Ошибки. Не ошибки. Так, и вот это вот отремонтировать. Сдать. Кристиан Зулингер. Мужчина в рассвете сил, холост, ищет работу, нужно где-то жить. Фредерика Файнбайн. Фигуристка. Женщина 28 лет, не замужем, фигуристка ищет жилье в тихом районе поближе к катку. А, только двое, да? Давай вот это. И сюда. Вот. Давай. Давай вот этого. Так. Вон они идут, да? Давай сразу знакомиться. Да. Здравствуйте, госпожа Файнбайн, я Шварц, управляющий этого дома, слежу за тем, чтобы все было в порядке. А следить за порядком, мы рады это слышать, приятно познакомиться. Взаимно, я хочу получше узнать своих жильцов, вы не могли бы ответить мне на пару вопросов? Здесь как-то не очень удобно беседовать, может зайдете потом ко мне? И ты давай сюда. Чего? Господин Зулингер, приятно познакомиться. Я Шварц, управляющий этого дома. Вот хотел поздороваться. А, завхоз, да? Управляющий. Вхожу жильцов, чтобы со всеми познакомиться. У вас найдется минутка? Ну, раз надо. Где вы работаете? Я посмотрел ваши документы. Я заметил, что вы ничего не указали в графе «род занятий». Неразборчиво бормочет. Что-что? Я не расслышал. Бормочет громче. Что, простите? Временно нахожусь в поиске работы. А, то есть вы безработный? Но на заводах по производству вооружений всегда нужны люди. Почему бы вам не подать заявление туда? У меня аллергия. На оружие? А как насчет шахт? На них у вас тоже аллергия? К сожалению, да. Понимаю, тогда так и запишу, господин Зулингер. Ладно, чего-нибудь еще? Как у вас дела? Как вам нравится наш дом? Сойдет. В каком смысле? И дал, и похуже. Что-то не так? Вас что-то не устраивает? До ларька идти далеко. Но он же почти у входа. Каждый раз приходится по лестнице лезть с бутылками в руках. Это очень тяжело. Вот оно что. Боюсь, с этим я ничего поделать не могу поделать. А в остальном все в порядке. Да, да, что-нибудь еще? А то там скоро футбол начнется. Вот такой, короче. Друг из прошлого. Снять трубку. Ни хрена прям с кастрюлей в карман. Фрэнк Шварц, управляющий. Я знаю, кто ты, Шварц. Я же сам тебе позвонил. В вашем доме проживает Вальтер Булхаузер. Он сотрудник отдела внутренней безопасности. И? Вы с Булхаузером друг друга знаете, так? Мы когда-то работали вместе и даже как-то сдружились. Это хорошо. Мы хотим, чтобы вы возобновили эту дружбу. Завоюй его доверие. Не уверен, что это будет так просто. Мы не виделись лет 20.
Пол Хаузер одинок. У него почти нет друзей. Тебе будет легко. Как скажете, и что потом я должен сделать? Собери информацию о Булхаузере и передай нам. Ну, я уже отправлял вам информацию о нем. Установи в его квартире камеру, загляни в карту и кастрюлю на кухне. Нас интересует о нем все. Ты понял, Шварц? Каждая мелочь. Вы хотите, чтобы я обшарил его квартиру? Послушайте, господин Мюллер. Булка, то есть Вальтер Булхаузер, точно не преступник? Как этот Херман. Если твоему другу Булхаузеру и правда нечего скрывать, то почему ты так боишься за ним понаблюдать? В конце концов, невиновным людям нечего скрывать от министерства. Булхаузер работает над очень деликатными вещами для министерства. Мы должны знать, что им движет. Ладно, я согласен. Так-то лучше, Шварц. Ты же не хочешь, чтобы мы приняли меры по обеспечению твоего послушания? Нет, не хочу. Это было бы глупо с твоей стороны, Шварц. Буду ждать отчет в ближайшее время. Допросить Булхаузера. Булка. Так. Что у нас время 7? Ну, погнали. А он на третьем, да? Фрэнк, как хорошо, что ты зашел. Ходил, Вальтер, я... Фрэнк, хорошо, что ты пришел. Мне нужно кое-что тебе показать. Да? Я как раз хотел у тебя кое-что спросить. Минутку, сначала понюхай. Что это? Клубнично-ревеневый пирог. Помню, он тебе нравился. Еще как. Это мой любимый пирог. А поверить не могу, что ты запомнил. Так здорово, что мы с тобой вот так встретились. И даже живем рядом. На одного человека печь бессмысленно. Ну, раз ты тут, с семьей будет как... С семьей будет кого угощать. Это так мило, Булка. Ну, что-то я заболтался. Ты вроде спросить что-то хотел. Надо бежать. Давай пока. Может, потом будет там. Давай посмотрим развитие событий. Скажи, Булка, вот ты занимаешь важный пост в министерстве. Доводилось кого-нибудь выручать? Конечно, в этом прелесть моей работы. Многие мне потом по гроб жизни благодарны. Представляю себе, и как эти люди выражают свою благодарность. Фрэнк, ну что ты вообще... Что это вообще за вопрос такой? Извини, я не имел в виду, что ты... Естественно, Фрэнк, люди выражают мне благодарность. Да? Значит, тебя благодарят за то, что ты делаешь? Ну, конечно. Вот буквально на днях я помог Шанталь Зибельт с оформлением правил местного приграничного движения. Сложноватая задача, потому что нужно рассчитать максимальное и минимально допустимое количество машин в час. А у Шанталь с математикой не очень. Естественно, я ей помог. Естественно. И что тебе за это обещала Шанталь? О, я ничего не просил взамен, но она мне кое-что дала. Ага, и что же? Фантастический рецепт трески в горчичном соусе. Просто объедение. О, то есть не деньги или что-то подобное? Что? Нет, конечно нет. Или сексуальные услуги? Не дрейф, мне-то ты можешь сказать? Что? Свинья ты, Фрэнк. Как ты мог так обо мне подумать? Я просто выручил коллегу по-дружески. Тебе я тоже не раз выручал. Забыл? Тогда в архиве, когда тебя чуть не уволили. Да, верно, ценю. Извини за расспросы, Вальтер. Проехали и забыли, Фрэнк. Это все, что ты хотел. Что-то жареным запахло. Надо заглянуть в духовку. Это все. Спасибо за пирог, Вальтер. На здоровье. Передавай от меня привет Сабине. Передам.
О, погоди, я хотел кое-что спросить. Что? Смотри, чтобы у тебя еда не пригорела. Эти музыканты из четвертой. Вайнерс и Хенкер. Они тебе не кажутся странноватыми? Эти их наряды и прически, они прямо какие-то конформисты. Думаешь? Да ну, у них просто свой стиль. Почему вдруг сразу странные? Ох уж это молодежь. Они своим самовыражением лишают себя будущего. Их нужно от самих себя защищать. Тебе, как управляющему, стоит за ним незаметно приглядывать. А то еще свалят потом все на тебя. А ты правда думаешь, что такое может случиться? Лучше перестраховаться. Представь, если у них в квартире обнаружат что-нибудь запрещенное. Тогда тебя обвинят в том, что ты недостаточно хорошо проверяешь жильцов. Это для твоей же безопасности, Фрэнк. Я не хочу, чтобы с тобой такое случилось. В конце концов, ты же тут управляющий. На тебе ответственность. Ладно, как скажешь. Спасибо за совет. Установить, обыскать. Так. Обыскать квартиру Булки. Установить камеры. Отправить новую информацию. Осмотреть квартиру музыкантов. Где же? Добрый день, господин Шварц. Я смотрю, вы из дома почти не выходите, да? Пожалуй, а что? Чем же вы целыми днями занимаетесь? Я музыкант, гитарист, много репетирую. Тебе-то какое дело? Прошу прощения, но вам придется покинуть квартиру. С чего вдруг? Нашествие насекомых. Мне нужно провести обработку инсектицидом. Особенно в вашей квартире. Вы же не хотите, чтобы у вас в гитаре поселились вредители? Ага, почему-то тогда я ни одного не видел. Не верю ни единому твоему слову. А уж точно не собираюсь никуда ух... И уж точно не собираюсь никуда уходить. Вот покажи мне хоть одну букашку. Говорю же, никаких тут вредителей нет. Я тебя насквозь вижу, Шварц. Так. Булка ушел. Есть шанс. Он на работу, наверное, пошел, да? 9:45. Ни хрена себе вы. На работу как поздно ходите. Так, сразу в дальнюю комнату, наверное, камеру, да, поставить. Они у меня уже были? Где инвентарь-то? Ну, две камеры у меня. А почему не работает? Вот, Е. Сюда. А, он же ушел? Ушел. Почему сюда не ставится? Во, было. Было. Вот сюда. Так. Нету. Отлично, все ищем. Там еще что-то этот горит. Так. Нету. Вроде нет. Там обыскивали. Обыскивали. Здесь. Ничего. Искать. Давай, давай быстрее. Нету. Нету. Вот это давай быстрее.
Там нечего. А, идет. Давай, давай, быстрее. Давай. Все. На выход. Ну а чё? А. Блин, не туда. Где там застрял? Так. А здесь тогда чё? Ага. А он ждет тараканов, да? Там мелкий не здесь. Блин, я бы. Отправить информацию об Ухаузере. Досье. $525. mm. А, по поводу вот этого, да, мышь? Трубку отправить. Что там у нас еще есть? Здесь все. Вот этот. Давай отправить. 150. По поводу этой. А мы ничего еще, да? Кстати. Задача завершена. Так, а что это? Точка там? Так, а где нам таракана взять? Во! Отлично. Может, с этим еще поговорить? Ничего с ним не надо. Кстати, вот к нему бы в камеру я еще засунул. Какой-то такой чувачок непонятный. Где он живет? Здесь? Давай в дальнюю комнату, вот сюда куда-нибудь. Вот так. А, нет, у меня камер. Все понял. Ладно. Уходим. Так, а это мне на третьем, да? На третьем. Музыкант. Добрый день, господин Шварц. Насчет вредителей, боюсь, я все же вынужден. Посмотрите сами, они уже повсюду. Шварц, похоже, ты прав. Мерзость какая. Раз они уже так распродились, надо срочно проводить обработку. Средство очень ядовитое, вдыхать его опасно, особенно в первые часы. Я понимаю ваше беспокойство, но правило есть правило. Если это не сделаю я, министерство пришлет дезинсекторов, а эти ребята с мебелью не церемонятся. Вам же дороже выйдет. Ладно, пойду скажу у Лирики. Посмотри мне, если я потом чего-то не досчитаюсь. Так, а мне нужно камеры купить. Камеры, да? Так.
Где он есть? Вон. Сразу три камеры туда. Да тихо ты. Сразу три камеры. Где они есть? По 250. Раз, два и три. Так, третий этаж. Камеру сюда есть, сюда есть. Вот это. А, флаг сопротивления, улика. Игральные карты. Сюда камеру. Всё. И вот здесь что у нас? Письмо какое-то. Так, все. Значит, только вот это запрещено. Рассказать Булхаузеру про флаг. Как раз рядышком. Блин, как хорошо, что ты зашел. Смотри, что я нашел в квартире у тех двух музыкантов. О нет, что это? Это флаг сопротивления из квартиры Вольфа Хенкера и Ульрики Вайнерц. Это ужасно, это молодежь не ведает, что творит. Так открыто критиковать нашу державу и великого вождя. Боюсь, тебе придется сообщить об этом в полицию. Боюсь, что да. Думаю, это вещь Вольфа. Вряд ли Ульрика в курсе. Она выглядит безобидной. Видимо, просто оказалась не в то время и не в том месте. Может, это и к лучшему. Хорошо, что ты флаг не забрал, а то полиция бы не нашла доказательств. Ты обязан сообщить об этом. Это не только твой долг, как управляющего. Так будет лучше для них самих. Наказание, конечно, не избежать, но это правильно. Только так Вольф осознается свои ошибки. И может быть, если его накажут, они оба оценят, насколько хорошо жить в согласии с законом. Я хотел пройти прогуляться. В чем дело? Обработка закончена. В общем, вы с соседкой можете возвращаться в квартиру. Ну, наконец-то. Почему так долго? Ульрика говорит, ты стукач и выставил нас, чтобы обшарить квартиру. Ну, госпожи Вайнерс, своеобразные взгляды. И то верно. Ее послушает так любой мещанин-доносчик. Вообще, интуиция ее редко подводит. Обработка заняла подозрительно много времени. Нужно было подождать, пока газ рассеется. Средство токсичное и при вдыхании очень вредит связкам. А вы же поете. Шварц, мы оба знаем, что ты что-то задумал.
Мой неотравленный ядовитый парами мозг не верит ни единому твоему слову. Вопрос только в том, как повернуть это себе на пользу. До свидания и спасибо за многообещающую дезинсекцию. Так, вот с этой надо поговорить. Фрэнк, нам нужно нужно, кто дал Ким наркотики. Под нами ты имеешь в виду меня, так? Сейчас не время шуток. Управляющий тут ты. Я и так перерабатываю. У меня есть подозрение о том, что это мог быть. Я знаю, ты, скорее всего, снова мне не поверишь, но хотя бы выслушай. Я видел, как Ким разговаривает с этой юной фигуристкой. Эта Файнбань сильно подвела великого вождя и величайший союз на прошлых соревнованиях. А мне она показалась приятной девушкой. Разуй глаза, Фрэнк. Она уже тобой вертит, как хочет. Профессиональные спортсмены все на чем-то сидят. У нее наверняка есть способы достать наркотики. Когда я подошла к ним вчера, Файнбайн стала вести себя странно. Как будто хотела что-то скрыть. Ты обязан выяснить, не давал ли эта персона Ким наркотики. Я разберусь с ними. Если Файнбайн имеет какое-то отношение к наркотикам, я это выясню. Дурное влияние. Сообщить о Вольфе. Так, допросить Фредерика. А она живет у нас здесь, да? Ну, давай сначала донесем. Сначала все улики подкинем и потом сделаем досье. Вот этот раз и два отправить. А про нее ничего, да? Что там у нас? Кстати, вот этот мелкий еще что-то там хотел поговорить, да? Так, ладно, вот этого. Донос. Вот это. Директивы, да? Надо заполнить. Стоп, а где он? Фу, как его там зовут-то? Ладно, давай директивы сначала выберем. Вот, 6001. Есть такое. И Вольф Хенкер. Вольф Хенкер. Отправить. Лицо находится под защитой имени Сверс. Что? Что значит? Так. Ну. Тихо, мелкий, иди сюда. Господин Шварц, рада вас видеть. Кто у вас нового? По порядку, потихоньку, маленьку. По мужу не скучайте, я еще ни разу не видел. А, да, командировка несколько затянулась. Но зато детки здоровы, грех жаловаться. Блин, а где этот мелкий? Так, я не понял сейчас, подожди. Что у нас там, копы? Таят. Так, а там еще вот этот, да, вот ларька трется. Так, что у нас сейчас заберут эту? Почему-то, блин, почему ее забирают? Добрый день. У меня к вам вопрос, госпожа Файнбайн. Всегда радую, господин Шварц. Что-то случилось? Вы такой мрачный.
Вот как. Мне, кстати, нужно обсудить с вами серьезный вопрос. Я знаю, что спортсмены часто оказываются под большим давлением, особенно в таких случаях, как у вас, когда стремятся отыграться за провал. Так что я могу понять необходимость принимать определенные вещества, чтобы оставаться в форме. На что вы намекаете, господин Шварц? Госпожа Файнбайн, вы давали моей дочери Ким наркотики? Я Ким наркотики? Я, господин Шварц, чего такие обвинения? Я, пожалуй, единственная спортсменка в нашей прекрасной стране, которая не принимает допинг. Как вам такое только в голову пришло? Ну, я подумал, я нашел в вещах дочери наркотики. А Ким много времени проводит в вашей компании. Поэтому вы решили, что это я их ей продала? Да. Послушайте, господин Шварц. Моя коллега, тоже спортсменка, умерла от инсульта из-за передозировки амфетамином. Она была мне очень дорога. И вашу дочь Ким я тоже очень ценю. Я сама советовала ей бросить травку. Я бы никогда, никогда, слышите, не стала принимать наркотики. Я сама... Или предлагать другим. Особенно вашей дочери. А теперь оставьте меня. Так, может обыскать ее квартиру, пока она тут. Блин, почему вот эту-то забрали? Поговорить с Вальтером Булхаузером. Так, ладно, давай пока. А там мы заскочим сюда. Давай. Шоколад. Так, она идет. Давай вот это вот еще осмотрим по-быстрому. Давай быстро, блин. Оп. Все, пошли на выход. Там разговаривают, да? А этот где? Добрый день, господин Шварц. Как самочувствие, господин Хенкер? Неплохо, сам как. Не жалуюсь. Признаю, не ожидал, что ты так долго продержишься. Подозрительно это. Готов поспорить, что ты доносчик. Я прав? Я? С чего взяли? Кто-то передает информацию в министерство. Какие доказательства, что это не ты? Какие доказательства, что это не ты? Пожалуй, никаких. Подскажу тебе по дружбе. У меня есть друзья, влиятельные друзья. Со мной шутки плохи. Счет за вывоз, блин. Счета, счета, счета. Где там? Где там счета? А я что-то... Заплатить, заплатить. Блин, а я там, наверное, уже не это. Поговорить с Вальтером Булхаузером. Фрэнк, хорошо, что ты зашел. Я донес на Вольфа Хенкера. Не сообщил о флаге сопротивления. Полицейские уже все обыскали. Замечательно, Фрэнк. И что, Хинкера арестовали? Арестовали Урику Вайнерс. А Вольфа Хинкера нет. Ну как же так? Ведь жаловаться конкретно на Хинкера? Это какая-то ошибка. То есть я не имею в виду, что это ошибка министерства. Министерство никогда не ошибается. Но может быть это еще не все? Продолжай следить за Вольфом. Хинкером, Фрэнк. Мы докопаемся до правды. Не спускай с него глаз. Следи за Вольфом Хинкером, выяснить, что он скрывает. А ну-ка. Там ни хрена ничего не видать. Вот там танцует, что ли? Блин, вот этого еще надо, да?
там надо. Камера не берет. Ладно. Надо вниз идти, сделать вот эти вот. Вот этому камеру надо установить. Так. Блин, а зачем они мне нужны? Выкинуть их. Ремонтировать. Это ремонтировать. Плюс соточка и вот это. Ни хрена ты доставил для мусора. Может, камеру пока ему. У меня есть камеры? Да блин, да что ж такое-то? Заплатить. А, рюкзак. Надо этих еще купить. И заодно камеры. Так. Это раз, два, три. Раз, два. Давай еще по одной, вот так вот. Ага, вот это можно продать. Типа того. Я вас понял. Камеры по 250. Вот это можно за 70 продать. Вкусный пирог с клубникой и ревеневым. Ревенем. От моего старого приятеля Вальтера Булхаузера. Ладно, камеры. Давай. Раз, два, три. Если продадим, как раз 4 будет, да? Пирог. 3. В принципе, пока хватит. Все. Следи за Вольфом Хейнером. Выясни, что он скрывает. И как мне за ним следить? Это не он. А как переключить? Досье. Посмотрим. Хочет работать. Блин, там мелкий еще что-то хочет поговорить. Надо с ним. Что у нас по времени? Так, стопы. А. А куда он выходил? Пример. Добрый день. Что случилось, ваш? Я слышал, ее забрали полицейские. О, ерунда какая-то, просто бред. Все из-за одной дурацкой старой тряпки. Ты же был у вас у нас в квартире и сам все видел. У Рики свободолюбивая творческая личность. Она очень порядочная. Ясно. Но как же так? Получается, госпожу Вайнерц арестовали из-за вещи, которая принадлежит вам? С чего ты взял? И вообще, с чего ты взял? С чего это у тебя вдруг так интересует? А, да, так.
А куда он выходил? Он же не выходит обычно куда. А? Так. Сейчас посмотрим. Семь тридцать. Там сейчас мелкий, наверное, да, выйдет. Вот этот. Наконец-таки его встретить. Что он там хочет-то? Ждем. Так, Булка вышел. А чё я ему камеру не повесил одну, да? Рад снова тебя видеть. И за это мне еще надо следить. Где она есть там? А ну-ка, танцует. Это она к ларьку туда пошла, да, значит, мне можно, в принципе, и туда. Сори, 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 да закройся. Ну. Так, читает газеточку, давай, пошли. Ну, вот-вот-вот было. Давай камеру сюда. Оп. Ничего. Давай сюда. Яблоко. Так, мелкий там. Здесь давай. Очки сфоткать. Иди, пожалуйста. Давай сюда камеру. Будем пичкать камерами все везде, где только можно. Вот так. Все, давай здесь. Медальки, телевизор. Так, она возвращается. Блин, чуть-чуть прям. Все, тут я, по-моему, уже обыскивал, да? Рассказать Сабине новости. Блин, на мелкого я опять.
Сабина, это жена, да? Ну, давай тогда перемотку. Новая задача. Разрыв связи. Снять трубку. Я догадываюсь. Что ты хотел, Фрэнк? Сабина Санса, у меня хорошие новости. Фредерик Файнбайн не давал никаким наркотики. Вот как странно. Разговор, за которым я застал этих двоих, показался мне очень странным. Словно я помешал чему-то незаконному. А, что ты так на меня смотришь, Фрэнк? Ты чего-то не договариваешь? А, это Файнбайн гомосексуалистка. Ты серьезно? Эта персона говорила с моей дочерью? Какой кошмар. Фрэнк, ты должен сообщить о ней в полицию. Нонконформизм – серьезное преступление. Это будет для ее же блага. Может, ей еще можно помочь? Только припиши, а то кто-нибудь другой о ней донесет. Тогда полиция станет задавать нам неприятные вопросы. В конце концов, ты же тут управляющий. На тебе ответственность. Запретная любовь. Фрэнк Шварц у аппарата. Шварц, ну наконец-то. Послушай, Шварц, насчет информации, которую ты прислал. Вы имеете в виду мой доклад по этому диссиденту Вольфу Хенкеру? Нет, я не об этом. Ну раз ты сам упомянул, Шварц, что за самодеятельность? В каком смысле? Я тебе говорил следить за Вольфом Хенкером. Не совсем, но вы говорили со всеми знакомиться и проверять всех жиль. Довольно, Шварц. Оставь мужчину в покое. За ним уже приглядывают другие, ясно? Да, я понял, я не знал этого. Ладно, я звоню по поводу досье твоего бывшего коллеги, Шварц. Об этом Булхаузере. Того, что ты прислал, недостаточно. В каком смысле недостаточно? Я сделал все, что смог. Обыскал квартиру, установил камеру. Снова твои отговорочки, Шварц. Мне нужно что-то весомое, чтобы прихлопнуть Булхаузера. Тебе ясно? Прихлопнуть? Вальтер, в смысле Булхаузер, законопослушный гражданин. Я же вам сразу сказал. Глупости, Шварц. У всех есть секреты в шкафу. А если ничего не найдешь, включи воображение. Чем вам помешал Вальтер? Он порядочный человек. Ты не понимаешь, Шварц. На кону твоя карьера и будущее твоей семьи. Подумай о жене, дочери, сыне. Будет ужасно, если с одним из них что-нибудь случится. Вы что, угрожаете моей семье? Я никому не угрожаю. Я просто указываю на возможности и риски нашего сотрудничества. Вот и все. Сделаешь хорошо, будет тебе хорошо. Сделаешь плохо, будет тебе не очень. Откажешься, будет плохо и тебе, и твоей семье. Я понимаю. Уж надеюсь, Шварц, ради тебя и твоей семьи. Но что, если я не найду улик? Твоя задача не найти улики против Булхаузера, а сообщить о чем-либо достаточно для ареста. Тебе все ясно? Думаю, да. Тогда приступай, дело не терпит отлагательства. Фрэнк может брать предметы из чужих квартир. Обыскивайте предметы мебели, чтобы найти возможный предмет для кражи. Предметы, которые содержат информацию или являются незаконными, помечены на маленький значок, чтобы сохранить информацию. Помечены, нажмите на маленький значок. Типа на фотографию это, да? Чтобы сохранить информацию. А чё за этим-то следить? За ним надо следить. Так, вот к этому камеру сейчас давай установим.
На четвертый. Да блин, да не туда. Давай вот. Давай. А то он какой-то хитрожопый. Так, камеру сюда. Есть такое. Все, у меня одна всего лишь камера, да? Где он там есть-то? Мусорки. Давай. Сюда обыскать. Так. Там еще вот тут обыскать. А, что там у нас? Мусор выкидывает. Время есть. Давай, давай. Какой-то странный такой типчик. Успокоительное. О, а этот пошел. Так, 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 на выход. Надо за ним. Он же обычно не выходит, да? Подозрительно слоняется вокруг. Надо камеры еще купить. А ну-ка. Что у нас? А, у нас бабок не так много. Еще одну камеру давай. Счета у меня там есть 160 за электричество. Так, посмотрим, что. Что у нас тут? Нихера себе. Слышь, ты опять там что-то сломал? Так, мусор. Нет, так, $2 у нас не хватает для покупки еще одной камеры. Так, этот у нас ушел наверх, да? 4.05, чувак. Уходит. Короче, в 4 часа он уходит. Так, пошли к Булкину. Найти компромат на Вальтера Булхаузера. Показать Вальтеру Булхаузеру пистолет. Избавиться от Фредерики. На третьем же. Пен, как хорошо, что ты зашел. Булку, смотри, это пистолет Вольфа Хинкера, я нашел его в кустах перед домом. Пистолет, какой ужас, Фрэнк, ты должен сообщить об этом в полицию. Я уже пытался, и это ни к чему не привело. Это явно была какая-то бюрократическая ошибка. Но у меня есть подозрение, что ошибка была преднамеренной. И потом он так и выглядит. Как террорист, а уж пистолетом, кто знает, чего от него ждать. Ты прав, Булка. И на этот раз его точно успекут. На пистолете будут отпечатки его пальцев. Об этом я не подумал, ты совершенно прав. Да, но что делать мне с этим пистолетом? Домой же к себе его нести. И уж явно не Хенкеру возвращать. Лучше оставь его у меня, Фрэнк. Мало ли что, так будет надежнее и безопаснее. Лучше перестраховаться. Спасибо, Булка. Держи пистолет, береги его. Спасибо за доверие, Фрэнк. Я сделаю, что нужно. На этот раз этот сукин сын у нас в кармане. А, закончить разговор. Так. Донести на Вольфа Хинкера. Блин.
А если опять? Ну, давайте сохраним. Попробуем. Наносить на него или нет? Что думаете? А? А то может сейчас сразу прям игра и закончится. Может быть такое? Донос. Вот это. Директива. Какая? А, ну и заодно. Ну, где? Вот, вот, вот было. 60-26, да? Шестьдесят двадцать шесть. Отправить. Лицо находится под защитой министерства. Ага. 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 Вон оно что. Понятно. Досье. Так. Давай. Давай так. Отправить. 525 баксов. Отлично. Кого я там еще? Вот этого. Отправить. Форма принята. Какой-то он прям... Триста двадцать пять. Блин, с мелким никак не поговорю, да? Вот эту надо. Что у нас под запретом? Все под запретом. Письмо Ким. Тем, что он бросил наркотики и принес. Письмо Фредерике Ким. Днем она поздравляет ее с тем, что та бросила наркотики и признается ей в любви. Так, здесь уже это не досье, да? Это донос. Вот это. А что у нас? Так, не один гражданин. Так, что? Намеренно спланировал поведение, используем мир. Не то. Тактивное устройство. Танц отвлекает. Послушан на странные цели. Что? Ну, шоколад давай вот. 6007. Кстати, а давай вот это уберем, а там. Ой. 6007. Шоколад. Угу. И. Блин, а если мы найдем. Просто к ней домой хочу вломиться. Во. 6006. И можно забрать как раз. Может успеем яблоки. Вот эту всю херобору забрать. Так. А это сюда. 6006. Отправить.
Хочу попробовать успеть эти самые. Но нельзя. Так. Что за электричество? Так, где там у нас что было? Давай, яблоки, яблоки, яблоки. Быстрее, быстрее, шоколад. Так, вот, да, давай. Опа. Есть. Все, теперь пустая квартира. Вот видите, как вовремя успели. Круто, да? Сейчас можно пойти попробовать продать. Блин, да что такое? Руки из кармана не с места, нам сообщили, что возле квартиры ошивает. Сколько штраф? 700? 1000. Отлично, да. Нет, давайте загрузить. Не, давай вот это 19:39. Я-то думал, можно так. А ну, оказывается, нельзя. Донос. На вот этого, да, мы уже пробовали. Ладно. Так. Короче, нельзя. А, донос. 6006 у нас было. И вот это. Отправить. На Вальтера Булхаузера. Так, а этот хочет поговорить со мной, да? Блин, сейчас, кстати, мелкий должен. Господин Хенкер, вы дома? А, Шварц опять следит, чтобы все были паниками. Что удивился? Что, я не в кутузке, хотя ты меня сдал? Я понял, что это твоих рук дело, когда арестовали Ульрику. Но мне было любопытно, как далеко ты зайдешь. Что ж, упорство тебе не занимать. Но не смей больше очередно очернять мое имя, Шварц. У меня есть влиятельные друзья. Так что лучше тебе сделать вид, что ты ничего не знаешь, и этого разговора не было. Иначе моим друзьям придется задать тебе пару весьма неприятных вопросов. Но я всего лишь завхоз. Не придуривайся. Ты тут гораздо больше, чем просто завхоз, Шварц. И у тебя есть талант. Талант, который однажды может нам понадобиться. В конце концов, будущее поодиночке не построишь. А пока уйди с глаз моих. Так, булка, да? Вон, мелкий, мелкий, мелкий. Надо с мелким поговорить. Который день никак не могу. А ну-ка сюда иди. Вы можете мне помочь? Что такое? Ина забрала мой костюм полицейского. Вы можете ей сказать, чтобы она его отдала?
Если сестра тебя обижает, скажи об этом маме. Мама говорит оставить ее в покое. Понимаю, у нее и так забот по горло. Да, она и так и сказала. Но вы говорили, что помогаете жильцам. А я тоже тут живу, и мне очень нужен мой костюм. А зачем он тебе? Играть во врагов, государство и полицию. Хорошая игра. Но у меня и других дел полно, Альфред. Пожалуйста, дядя Шварц, пожалуйста, припожалуйста. Ну ладно, в первый и последний раз я поговорю с Идой. Спасибо, 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 дядя Шварц. Не за что, Альфред, только никому не рассказывай, ладно? Не хочу, чтобы меня потом втягивали в каждую семейную ссору, договорились? Это будет наш секрет, дядя Шварц. Так, а где Ида? Вот это она. А, булка, кстати, булка. Сюда. Давай. Фрэнк, рад снова тебя видеть. Булка, я снова донес на Вольф Хинкера за хранение оружия. Вот молодец, Фрэнк. И не переживай, ты просто выполнял свой гражданский долг. Ты дело, его так и не арестовали. Мне это начинает казаться странным. Ну как же так? Ведь наше великое министерство никогда не ошибается. Что-то тут явно нечисто. Тебе стоит отстригаться Вольфа Хинкера, Фрэнк, подмечай, с чем он контактирует. Особенно, если это люди из министерства. Ну, кроме нас с тобой. Мне нужно с тобой поговорить, Вальтер. В чем дело, Фрэнк? У тебя такой серьезный вид. Ну, времена сейчас такие серьезные. А знаешь что? Сходи ко мне сегодня вечером, поговорим спокойно. Идет? Звучит неплохо. Значит, договорились. Посидим, поболтаем. Чё? А поговорить? Так, ты сюда? Здрасте, дядя Шварц. Как там, Альфред? Спасибо, что помогли. Мы не закончили. Твой брат Альфред не может найти свой костюм полицейского и говорит, что это ты его забрала. Это правда? Да, а вам какая разница? Этот костюм ему очень дорог. Верни его, пожалуйста. Нет. Зачем ты вообще его забрала? Потому что я не хочу видеть его в этой сраной форме. Фу, как не стыдно, Ида. Ты же говоришь об униформе нашей доблестной полиции. Вот именно. Видеть не могу эту гребаную форму, а не моего папу. Что-что? Что ты хотел сказать? Что случилось с папой? Ничего, вам показалось. Папы тут нет, и форма тоже. Я ее выкинула. Выкинула? Где? А где-то в доме? Может, и в доме, если никто еще. В общем, я ему эти дурацкие тряпки не отдам. Пусть вот что-нибудь... Пусть во что-нибудь другое играет. Разве можно обращаться так с бедным больным братчиком? Ну ладно, я поищу сам. Да, пожалуйста, мне все равно. Так, надо мелкого, блядь, быстрее помойки. Помойка, блядь, пока... Аж заругался. Давай. Есть. Помчали, давай, перехватить его. Где он есть? Он уже поднялся? Блин, да. Да, не успею. Ну, блин. А чё, с мелким нельзя поговорить? Все, здрасте. Так. Найти компромат на... Избавиться от Фредерики и поговорить с Сабиной. А где она? Время уже, по идее, должно быть дома, да? Что ты хотел, Фрэнк? Вот, держи, спасибо. Насчет Фредерики Бан.
Файнбайн. Я сообщил о Фредерике в полицию. Замечательно, Фрэнк. Это было единственное верное решение. А, немного жаль девушку, но она сама выбрала такую жизнь. А нам нужно защитить себя и детей. Спасибо, Фрэнк. Так, счет за электричество. А, блин, я же так и не оплатил. Что, блин, я забыл. Так. За донос, ага, нифига себе. То есть они мне сами дали такое задание. Я должен его выполнять. Как деньги поменять? Так, вот этому камеру еще, да, посмотреть, поставить. А есть камера? Счетов пока нет. Рюкзак. Есть одна камера. У меня. Или купить еще. Сколько? 21.05. Ладно, пошли обыщем. Мы же там не доискали, да? Мусор пошел выкидывать. Здесь же мы обыскали у него все. Таблетки. Давай сюда камеру. Так сказать, чтобы было везде. Так, это мы видели, да? Да, это мы уже видели. Что он там? Он мусор выкидывает. Так, здесь еще какая-то фотка. Еще таблетки. Он там качается, стоит. Ну, вроде все. И, кстати, да. Кстати, нам надо сдать, да? Что у нас там? Отремонтировать. Сдать. Никто не хочет у вас поселиться. Ну, не хочет, как хочет. Что? Вставлять мы будем. Сейчас можно камеры купить, да? И у нас там сегодня возле ларька стоит. Что продаете? За 160 можно было впулить это письмо, да? Хотя, какие эти самые, блин. Мы и так попали уже несколько раз. Так, 4 камеры есть. А, так, этих 4. А там, наверное, уже ремонтировать пора, да? Поговорить с Сабиной. Найдите компромат на Вальтера. А, надо же к нему заскочить домой. Я и забыл. Что, дело срочное. Мне нужно с тобой поговорить, Вальтер. Сначала понюхай. Чуешь, я готовлю мяско с хрустящей корочкой. Какой запах. Что случилось? Выглядишь встревоженным. Не до мяса сейчас, Вальтер. Тебе нужно бежать. Спортом больше заниматься, в смысле. Нет, бежать из страны, иначе тебя арестуют. За что вдруг? Я что, нарушил правила пожарной безопасности? Это из-за мяса? Кто-то собирается тебе что-то подбросить. От тебя готовы избавиться любой ценой. Мне что-то хотят подбросить, что-то незаконное, тогда мне крышка. Ну зачем?
Кто-то из министерства хочет от тебя избавиться, паука. Заговор против меня? Но я и мухи не обидел. Ладно, спасибо, Фрэнк. Если бы ты меня не предупредил, не благодари. Лучше беги и смотри, чтобы тебя не поймали. Фрэнк, я занят. Нужно собираться. Где моя походная кастрюлька? Где мой набор специй? Ладно. Враги государства и палец. Принести Альфреду Векерту его костюм. Поговорить с Сабиной. Что за Алекс Векерт? Кто такой? А! Вот ты, господи, это этот мелкий. Так, с Сабиной поговорю. Вот она. Ты поговорил с кем? Она собирается на демонстрацию. Моя дочь на демонстрацию. Что это за демонстрация? Да какая разница? Дочь пионер-вожатый не может участвовать в протестах. Коллеги меня сожрут. Пожалуйста, поговори с кем. Может, хоть тебя она послушает. Я попробую, Сабин. Тогда лучше мне все же знать, о какой демонстрации речь. Я видел листовку, там написано каменно-настенские протесты. Что бы это ни значило. Я разберусь, дорогая. Спасибо, Фрэнк. Ты просто душка. Так, что у тебя там? Надо позвонить, да, этому. Так, а ну сюда иди. Что такое? Мне нужно с тобой... Можем поговорить кое о чем очень важном для меня? Конечно, что такое, Дэдди? Ты хочешь пойти на демонстрацию? Конечно, хочу, Дэдди. И пока ты не начал, я не дам себе разубедить. Что мать боится, что подумают соседи душнилы? Ким, твою маму волнует не только мнение соседей, но и мнение коллег. Ты же знаешь, как для ее работы вожатой важна репутация. Может, все-таки обойдемся без демонстрации? И что это вообще за каменностенские протесты такие? Тедди, я точно пойду. Демонстрация за права геев и лесбиянок. Тоже естественно. Мы протестуем против сраной статьи о... нонконформизме. О, Ким, я рад, что у тебя такая активная социальная позиция. И я знаю, что тебе не нравится это файн-байн. Но если ты пойдешь на такую демонстрацию, я буду очень за тебя переживать. И потом не стоит забывать о маминой репутации. В некоторых случаях приходится провести черту. Ах ты ж... Дрянь такая. Задание провалено. Ну, так. Набрать номер. Алло, кто это? Это я. От Вальтера Булхаузера я избавился. А, наконец-то. Молодец вас. Как прошло? Я запугал его, и он сбежал. Я бы предпочел арест, но ладно. Главное, что он больше не будет мешать. Великий вождь к тебе благосклонен. С этого момента, помимо обязанностей управляющего, ты также сможешь служить великому вождю в министерстве. То есть меня вернут на старую должность? Нет, конечно. Я предоставлю тебе кабинет в министерстве. И мне можно будет в главный отдел? Ага. Я с утра проснусь, снова молодым. Нет, ты будешь работать в отделе внутренней безопасности, секция ЛВ-426. Кабинет на первом этаже рядом со складом. И окон в нем нет, так что никаких сквозняков. Но мой прошлый кабинет был на третьем этаже с видом на старый город. Тогда я просто отдам этот кабинет кому-нибудь другому. Нет, я согласен. Ну вот, выходи поскорее, тебя ждет работа.
А еще кое-кто хотел с тобой познакомиться. Познакомиться со мной? Ну кто и зачем? Всему свое время. И еще, Шварц. Да? Добро пожаловать назад. Кто знает, может тебе даже удастся подняться обратно? Постарайся на этот раз не облажаться. И не забудь свой новенький пропуск. Мы его оформили специально для тебя. Но где мне взять? Он уже у тебя. В министерстве до всего руки доходят. Даже до твоих комнатных растений. А теперь соберись. Щелк. Блин, точно, он же говорил про цветок. Да-да-да, я совсем и забыл. Так, метро. На метро вы можете добраться до своего дома, от своего дома до министерства и обратно. Чтобы ездить на метро, вам нужен билет, который вам выдал Эрнст Мюллер. Воспользуйтесь панелью поездок для вызова метро. Встретиться с начальницей. Принесите Альфреду его костюм. Приехать в министерство метро. Так, что там у нас по заданиям? Так, ремонтировать. Ну, вот эту работу, наверное, вряд ли они оставят, да? Пойдет все равно и тут, и там. Правильно я мыслю? Где этот мелкий? Вот он. Вот он как раз. Ку-ку, няня Шварц. Насчет костюма. Вот твой полицейский костюм, Альфред. Вытащил из мусора. Спасибо огромное, дядя Шварц. Твоей сестре очень не нравится эта форма. Смотри, чтобы она у тебя ее опять не отобрала. Я буду ее охранять, дядя Шварц. Спасибо большое. Чем занимаешься? Что ты тут делаешь, Альфред? Играю. О как, и во что же ты играешь? Это секрет, дядя Шварц. Ух ты. А ты мне можешь рассказать? Не-а, дядя Шварц. Тогда мне придется вас убить. Как на границе. Ништяк. О, ясно. Тогда и правда лучше не рассказывай. Что новенького? Дядя Шварц, а вы знали, что если написать на бумаге уксусом, получается вроде как невидимые чернила? Правда? Нет, я не знал. Представляете, а если потом нагреть бумагу в духовке, можно прочесть, что на ней написано. Только никому не говори, дядя Шварц, это секрет спецагентов. Не волнуйся, Фрэнк, я никому не расскажу. Чем занимаешься? Что ты делаешь, Альфред? Прячусь. От кого? От преступников. Но это не потому, что я их боюсь. Я вообще очень смелый. Это хорошо, что ты смелый, но почему ты тогда прячешься? Ну, из-за преступников же. Если они меня не заметят, я смогу подкрасться и поймать их. Умно. Удачной охоты, Альфред. Так, враги государства, полиция. Задача завершена. Получено 50 баксов. Так, что у меня здесь? Приехать на метро в министерство. Здравствуйте, у меня тут назначена встреча. Вы не видели здесь кто-нибудь ждал? Шварц, вы опоздали. О, вот как, получается, я с вами должен был встретиться. Удивлены? Да, я рассчитывал увидеть кого-то повыше должностью. Я не для того прорывалась через армию дозвоном, чтобы выслушать насмешки от каких-то вы, а таких как вы, Шварц. Я... Не мемлите. С Блухазровым вы доказали свою полезность, Шварц. Как я и надеялась. Как вы и надеялись?
Так это вы отправляли меня в этот дом из-за Вальтера? А вы мне этим кажетесь, Шварц. О, благодарю. Знаете, когда я учился в школе, мама часто говорила: Фрэнк, ты... Вас опять несет Мюллер. Мюллер меня предупреждал. Ой, Мюллер, я... Простите, пожалуйста. Ваш приятель Вальтер Булхаузер – основная причина, по которой я отправила сюда именно вас. Бедняга Булка. Интересно, как он там сейчас? Этот человек – враг государства и угроза порядку. Он устранен и больше не сможет нам навредить. Это главное. До сих пор поверить не могу. Булка был таким безобидным. Безобиднее, безобидный хуже всего. Они наносят удар, когда этого меньше всего ждешь. Неужели? Наши враги повсюду. Друг, родственник, коллега. Любой может оказаться врагом системы. Запомните это. Хорошо. И поэтому вы вынуждены нам, Шварц. Вы нужны нам, Шварц. Я нужен вам. Зачем? Вы должны работать на нас. Находить врагов порядка и сообщать мне о них. Значит, теперь я буду работать на министерство официально? Даже лучше, Шварц. Что может быть лучше работы на министерство? Работа в министерстве. Вы получите место в штате. Правда, официально будет лишь клерком, а не агентом. Клерком? Это же работа мечты. Где будет мой кабинет, когда я могу поступить? Ваш кабинет на первом этаже. Если вы будете нам полезным, возможно, скоро переедете повыше. Я должен сказать жене, я больше не буду уборщиком. Не так быстро. Должность управляющего придется сохранить для прикрытия. Ну, как я и говорил, в принципе. Что? Ну, в таком случае у меня не будет сразу две работы. Это как вообще успевать? А кому сейчас легко, Шварц? Ну, ничего, я справлюсь без проблем. Подойдите потом к сторожу, он вас впустит. И еще, Шварц, да? Вам ясно ваше положение? Мое положение? Вы работаете на меня, Шварц. У меня есть признание с вашей подписью. Помните об этом? Я понимаю. А теперь отправляйтесь к сторожу и прямиком на свой кабинет. И в свой кабинет. Мы с вами свяжемся, Шварц. Фух, так, новое чтение обучает... Чё? А чё, я сохранить не могу? А, не понял, чё там за новая директива? Где? Чтение обучает, успокаивает и расслабляет. Великий лидер снова позволит всем гражданам иметь читать книги. Разрешение вступать в силу немедленно. Ага. Было. Ладно, доставка почты. Задать ее начинаю, снять трубку. Так, в метро, наверное, просто нельзя было сохраниться. Да-да, сохраняемся. На этом предлагаю это закончить. А, вот, увидимся в следующей серии. Уже, так сказать, будем... Зайдем в министерство, посмотрим, что и как. Будем проходить. Вот. Ну, а пока всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Будет приятно почитать ваши предложения и замечания. Вот. Ну, ладно, сегодня всем спасибо, всем пока.